Всем привет, гайз. Это видео попытка номер 3 выложить или спросить у людей и высказать свою точку зрения в свободном интернете. Вот первая попытка была сделана на Кидстафе. Я просто спросил, как вам, ну я на украинском писал, допис про те, що Зеленського перезберуть тільки після завершення війни. Виступив. Я не хочу фамилию. Вот. Пост был забанен через 9 минут. Ну, люди начали комментировать, поддерживать. Вот 9 человек. За 9 минут, 9, ну, то есть, просто новый пользователь. Я не в рейтинге, ничего. Люди стали комментировать, ставить вверх пальцы, ставить вниз. И, в общем, очень оживленная тема получилась. Потом я такой подумал, окей, если я не могу на украинском форуме высказаться, выскажусь на русском. Высказался на русском. Страница удалена. Размещение недостоверной или неподтвержденной информации. Это я уже на русском выставил. На русском еще интереснее пошел ответ. Тут час он продержался. Пошли ответы, комментарии людей. Посмотрите, это за один час. Я вот только зарегистрировался, у меня нету ни... Ну, на пикабу один час, смотрите. И люди пошли, люди писали, люди отвечали, люди... Ну, вот пошло обсуждение. Хотя это чисто украинский вопрос. Но пошло на русском форуме. Единственное, что я здесь добавил... Я добавил о том, что хорошо, а если про Украину все ясно, а если про Россию заговорим, типа, а СВО у вас в России принято? Вот этот вопрос я добавил, вот, просто я не могу вам показать пост. Я единственное добавил, я задал вопрос о том, что а в России принято СВО? Есть документы о СВО? И тут началось, что перепиши, смысл потерялся, что ты имеешь в виду, как это СВО нету, вот тебе договор. И скинули какой-то договор. Вот, постановление Федерации Завета исполнение вооруженных сил Федерации за пределами Российской Федерации. Я спросил, ну типа, мне хочется верить, что все по-другому у вас, но документ про использование сил РФ за пределами РФ, это не документ, подтверждающий начало спецоперации, про который я спрашиваю. Извини. Ну и, в общем, я говорю, что раз вы говорите, мы начинаем специальную военную операцию, надо же как бы и показать это в каком-то документе. Это ж нам власть имущие говорят о том, что без бумажки ты какашка. Это нас они учат этому. Тогда где эта вот бумажка, если вы не какашки?